Писать мы будем с вами сейчас вот такой замечательный букет сирени. Сирень у нас трех цветов. У нас есть белая сирень, лиловая и бордовая. Букет у нас на темном фоне. В референсе фон у нас слишком темный. Мы его сделаем намного светлее и более таким разнообразным, богатым по цвету. Я думаю, что несложно будет. Приступим к нашему рисунку. Мы обозначаем сразу общую массу, как у нас будет букет находиться в листе. Вот где-то вот так вот у нас получится букет сирени. И теперь мы можем потихонечку нарисовать веточки. Размер у нас 35 на 26, небольшой. Лист, как обычно, у нас зафиксирован малярной лентой. Кисть я беру не очень большую, потому что размерчик небольшой. Обязательно берем салфеточку бумажную для того, чтобы промакивать воду. И приступаем к написанию нашей сирени. Thank you.
Вот на этом этапе мы можем сделать где-то еще поплотнее внутри ветвей. Вот такими движениями. Мы в тени усилим немножко цвета. Также мы сделаем плотнее листья в тени, в глубине. Тем самым мы сделаем контрастнее веточки цветочные. Я использую белила. Это акварельное белило, чешская красочка Унта. Я бы сделала бы немножко, кое-где, какими-нибудь такими небольшими движениями, вот такими, дать такой немножко, дать намек на лепестки. Вот наш референс, и вот наша вот такая вот получилась картинка. Ну, желаю всем удачи. Я уверена, у всех получится.